Сегодня на большой сцене районного дворца культуры состоялось торжественное открытие 4-го муниципального фестиваля народного творчества «Звезды северной столицы». Наверное, все вы слышали известное высказывание: «Как вы лодку назовете, так она и плывет». И ровно 3 года назад мы с изрядной долей самоуверенности назвали свой фестиваль «Звезды северной столицы». И действительно, 3 года подряд на этой сцене зажигались новые звезды, расцветали новые таланты. Главным мероприятием стал конкурс вокального исполнительства «Поющий остров». Участие в нем приняли вокалисты из Ахинской музыкальной школы, районного дворца культуры, детских садов «Золушка» и «Снегурочка», дома детства и юношества, общеобразовательных школ, отдела культурно-досуговой организации села Некрасовка и профессионального лицея номер 6. Ежегодно к участию в фестивале приглашаются творческие коллективы всех муниципальных образований Сахалинской области. В этом году на сцене РДК выступили музыканты и вокалисты из Ноглик, Поронайска, Смирных и Александров-Сахалинского. Звание дипломантов и лауреатов фестиваля – значимое достижение для людей творческих, ценящих искусство и стремящихся к прекрасному. Гран-при абсолютного победителя от генерального спонсора фестиваля компании «Exxon Нефтегаз Limited», оператора проекта «Сахалин-1», а также сувениры и подарки ждут своих обладателей. Их имена объявят завтра на гала-концерте, который состоится в 15 часов в районном дворце культуры. Оценивают уровень вокальной техники, репертуара и умение держаться на сцене специалисты Хабаровского государственного института искусств и культуры.